Подошел к камину, полетел.
Автобус меня везет.
везет, туда, куда нужно мне ехать. Автобус меня везет туда, куда нужно ехать мне, но я иногда туда не хочу. И смотрит на меня, наверное, уступить ей должен место я, но место уступать не буду никому, ведь стоя еду я, не выйдет одному. Автобус меня туда, куда нужно мне ехать. Автобус меня везет туда, куда нужно ехать мне, но иногда туда не хочу. Но бабушка сидит, я, значит, молодец. Ведь бабушка сидит, стоянию конец. Кондуктор постоит, он парень молодой. Я с ним поговорил, я тоже молодой. Автобус меня везет, автобус меня везет туда, куда нужно мне ехать. Автобус меня везет туда, куда нужно ехать мне, но иногда туда не хочу. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Ну что, интернет?
понимаешь сразу, уважаемый звукарь. Ты меня не понимаешь, задолбал, ты меня не понимаешь.
Yeah.
Итак, спасибо. На этом все. О, человек с гитарой, иди сюда. Ну что, заканчиваем. Спасибо всем. Не, еще нельзя. Нас убьют работники бара. Я хочу жить и все такое. Всем спасибо. До свидания. Я несу тебе цветы. Братом, здравствуйте, земля. Здравствуйте. Что там? Добрый день, земляне. Все, понимаем. Так далее. Может, на этот разыграемся? Да нет, вряд ли, там перегрузка. На чем вам разыгрываться? Всегда на ипотеке, наверное. Обычно на огне. А не взять ли мне ноту, а не взять? Не цуха. Дай мне гитару, Миша! Что мою возьми? А у тебя ножницы? Вдвоем, да? Сейчас не возьми. Пойдем, короче, и так далее. Вкусно вспомнить. Нас два человека и два робота. Группа трех синтезаторов. Сделай погромче. Не надо погромче, это страшно. Настраивает нас. Ну что, прогоним одну песню, куплет-припев. Стас, я убью тебя когда-нибудь за это. Путь в ожидании. О. Прости, Стас, я не хотел такого говорить. Я больше не буду. Что? Петь? Конечно. Что-нибудь делать, да? Что-нибудь говорить? А, песню, ипотеку давай. Она вроде третья там.
Я подозревал давно, что в играх мне не везет. Девушка моя ушла, и некого больше любить. Знаю я, что поможет мне дальше счастливо жить. А возьму я ипотеку. Слышишь? Можно потише ему сделать. Ну и вокалчик там, да, чуть-чуть подробнее, чуть-чуть. Ну что? Что скажет наш добрый звукарь? Я готов! Все нормально? Если нормально, то с первой песни начинаем.